Господь даровал изумительную, святую и глубокую, чистую дружбу между мужчиной и женщиной еще в раю, которую, увы, мы, люди, осквернили. Разве не замечательная дружба вот здесь, сегодня, сейчас, когда мужчины в алтаре служат, а женщины на клиросе поют? Разве не дивная была дружба в древности, когда были женщины-диаконисы, которые совершали служение изумительное и поразительное? Никто никогда в православной церкви не отменил чин диаконис и до сих пор существует. В книгах и древних, и сравнительно недавних чин посвящения диаконис. И святитель Нектарий в начале этого века совершил чин посвящения диаконисы, следуя отеческому преданию. Но за это подвергся гонению великому, клевете, а теперь греческая церковь причислила его к лику святых. Почему это случилось? Об этом знает промысел Божий. На какое-то время и долгое время чин диаконисы был в нашей православной церкви прекращен. Прекращен не православным собором каким-нибудь, нет. Прекращен турками. Когда турки вошли в храм Святой Софии в Константинополе, они там нашли 11 диаконов и 60 диаконис. И поскольку женщины в мусульманском мире не могут быть в мечети, а они превратили храм Святой Софии в мечеть, то всех они, этих женщин, не изгнали. И с этого началось отсутствие диаконис. Уже в 20 веке великая святая, преподобная мученица, иного мученица Елисавета, великая княгиня Елизавета Федоровна, хотела восстановить чин диаконис, но, очевидно, время для этого еще не пришло. И понятно, потому что можно себе представить, что бы произошло в наступившей после этого страшной, безбожной истории в результате революции. Господь сохранил женщину. А дальше что будет в промысле Божьем? Но уже и сейчас мы здесь с вами являемся свидетелем, как я уже сказал, замечательного дружеского служения Богу совместно в этом храме. Можно сказать, поют, как в женской обители, служат, как в мужской. Вот хороший. Итак, друзья и братья, мы с вами сейчас должны начать очищение нашей души. Прежде чем просить прощения у других, прежде всего, внутри, каждый из нас, в сердце своем, скажет: прощаю от всей души всех и вся. Если мы не начинаем с того, что прощаем, говорит Христос Спаситель нам в сегодняшнем Евангелии, которое мы слышали утром, если мы не прощаем, то и Господь не простит нам. И прощать надо сначала. Потом же просить, простить других.
А прежде всего надо простить Бога, простить меня, каждого из нас, за падение. Помилуй меня, падший. Мы сегодня слышали эти слова. Да, каждый из нас падший, а не просто наследник падения, как думают христиане, увы, отошедшие от православия на Западе и вообще в других местах далеко. Православная церковь сохранила отеческое предание о том, что нам должно каяться здесь, сейчас, вот в сегодняшний день, именно как падший, а не как наследник падения. Это глубочайшая тайна Божья, как это все произошло, но это так. Я уже сегодня говорил вам, что наш святейший патриарх объяснил, что значит наследник. Мы наследники не падения, а совсем другого, как он сказал, Царство Небесное. Мы наследники селений небесных, в которые возвращаемся вновь, говорит святейший патриарх, вновь, потому что мы там были, то есть мы там сотворены. Творение было по образу Святой Троицы, говорит святой Григорий Ниссский. Это означает, повторяет за ним через 600 лет преподобный Симеон Новый Богослов, что это относится ко всему человеческому роду. Вот так. Другими словами, не будем бросать вину свою на кого-то другого, кого бы то ни было, даже правца нашего, кстати, теперь прощенного. И как раз теперь, когда мы вспоминаем изгнание Адама из рая, мы также вспоминаем и тот факт, что Христос вывел его из ада. И что он сейчас со святыми. Что же мы будем валить на него? Наш грех, наше падение. Каждый из нас имеет свою долю ответственности. Таково православие. В этом основная суть его. Об этом будем говорить в следующее воскресенье, в неделю православия, которая не случайно празднуется сразу после первой недели Великого Поста, которая и означает всю глубину нашего возвращения, как от падших назад в наследие, дарованное нам в творении Царства Небесного. Но прежде всего, дорогие братья и сестры, простите меня грешного за все мои грехи, волею или неволею, ведением или неведением, какие бы то ни было, против кого бы то ни было, как говорил один праведник, перед всеми я виноват, даже перед этими птичками, которые поют иногда нас здесь, на этой земле. Все, простите меня. Я бы исчезаю.
ангелу мирную заповедь, соблюдайте входы наши и исходы на всякое дело благое и с послушающим, и соугождающих к совершенному причащению при чистых твоих тайн, прими же, Владыка, коленное поклонение и пост рабов твоих, подаяй им благословение духовное всем нам, о Христе Иисусе Господе нашем, с Ним же благословен еси, со пресвятыми благими животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. Благословен еси, Господи, Вседержителю Божий, Отец наших, Авраамов, Исаков, Иаков, сотворивый небо и землю, море и вся сущая в них, положивый человеком покаяние во спасение и презирая их прегрешение, приимый слезы раба твоего Давида, пророка, и давай ему оставление грехов кающемуся, монастию, узами железными, связанного покаянием же исповедавшегося тебе, молитву приими и грехи его оставивай, блудницу, познавшую милость твою, исходники приемшую и с миром пустившую спасы, услыши ныне моление меня недостойного раба твоего и презри вся согрешение сих рабов твоих, покаяние к Тебе прибегающих, и дашь им сердечное сокрушение и болезнь в грехах, ими же Тебе Творца Своего прогневаша, могущую их от грехов очистить, дашь им благодать Твою, якуда Тою возбуждаемый и подкрепляемый, в память злая Своя дела приведут, и сия вся во страсе Твоем духовному своему Отцу, от Тебе же уставленному судьи, истинно исповедят, и сами на себе, як у невинных в сердце сокрушенном и смиренном, поимствуйте и каетесь, и жалейте себе о них, и совершенного прощения и от них разрешения Твоим милосердием через их духовника Твоего же судью по неложному Твоему обещанию сподобию. Яко соне восстающего, тем же, яко Езекия слезю на ложе моем, приложитеся мне летом живота, но ки Исаия предстанет тебе душе, аще не всех Бог. Помилуй, Боже, помилуй меня. Припадаю ти и приношу тебе, яко же слезы глаголы моя, согреших, яко не согреши блудница и беззаконного, яко и ныне кто же на земли, но ущедри, Владыка, творение Твое, и воззови мя. Помилуй мя, Боже, помилуй мя. Погребох образ Твой и растлих заповедь Твою, вся помрачися доброта и страстьми, угасися, спасясь веща, но ущедри, воздашьми, яко же поет Давид, радование. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Обратися, покайся, открый сокровенное глаголи Богу, вся ведущему, ты весь и моя тайная, еди не спася, но сам меня помилуй, яко же поет Давид, по милости твоей. И подобная мазе Марии, моли Богу нам. Запивши к причистии Богоматери, первый отринула еси неистовство страстей, нужно стяжающих, и посрамила еси врага запеншего, но дажди ныне помощь от скорби и мне, рабу твоему. Преподобная Мать Мария, моли Бога нас. Его же возлюбила еси, Его же возжалела еси, Его же ради плоть изнурила исти преподобная, моли ныне Христа о рабех, яко да милостив бы всем нам, мирное состояние дарует почитающим Его. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Троица простая, нераздельная, единосущная, и естество едино, светове и свет, и света три, и едино свято поется Бог Троица, но воспой прослави живота,
и животы душе всех Бога. Тебя благословим Тебя, поклоняемся Ти, Богородительнице, яко неразлучная Троица породила из единого Христа Бога и сама отверзла Иси нам, сущим на земли, небесная. Сына и Святого Духа. Животворящая божественная сила креста Господня не остави нас грешных. Мы только что слышали эти слова. Эти слова присовокуплены были к молитвам, обращенным к Пресвятой Богородице, ангельским силам и святым. Что это значит? Некоторые люди, особенно среди западных христиан, обвиняют нас, православных, в некоем якобы идолопоклонстве, потому что не понимают и не знают силы Божьей. Когда мы обращаемся к силе, божественной силе животворящего креста, с молитвой «Не остави нас грешных», и говорим, и делая это в кругу святых и Пресвятой Богородицы, это всего лишь означает, что крест Господень символизирует человеческую природу Господа нашего Иисуса Христа, которая в полном единстве лица Господа нашего оказывается не только человеческой, но и божественной. Божественная сила, мы говорим, животворящего креста Господня. Это тайна, которую нам до конца не понять. Но это вера, наша православная вера, основанная на постановлении 4-го Вселенского Собора о двух природах во Христе, божественной и человеческой, которые неразлучны, неслиянны, нераздельны. То есть, другими словами, они представляют собой то, что они есть, никак не нарушая само естество божественное и человеческое, но лицо самого Господа, единого Святые Троицы, едино, и в этом единстве крест Христов свидетельствует об объединении божественного и человеческого во Христе. И вот мы обращаемся к этой единой силе животворящего креста Господня. Почему вместе с молитвой Богородицы
и с молитвами к святым. Потому что эта сила животворящего креста дана нам, людям, именно вот так, в кругу Пресвятой Богородицы и святых, то есть тех людей, которые уже достигли спасения и святости, и молитвами которых мы спасаемся. И тогда нам в некоторой степени, такой, какой мы можем, становится понятным великая любовь Христа Спасителя к нам грешным, который на кресте искупил наши грехи. И это глубокое и дивное откровение, которое дается нам в этой изумительной молитве, в сочетании с соборностью всей единой Церкви, имеющей в себе, так же, как и сам Христос, имеющий в себе как тело Христово и одну, и другую природы, и божественную, и человеческую, но являющуюся единой Церковью, и есть самый лучший путь ко спасению. Спастись можно только так. И крест Христов по-человечески является орудием страдания Господа нашего, но по божественности является силой Его воскресения и восшествия на небо, и ниспослания Духа Святого на всех нас и нашего спасения. Вот какая глубина скрыта в этой молитве, чтобы эта сила божественная и человеческая Христа Спасителя не оставила нас грешных, потому что мы грехами своими недостойны ее. Но милость Господня настолько велика, что она дает нам это спасение силой животворящего креста и полной победой Христа Спасителя. 20 лет тому назад, в эту наступающую ночь, скончалась моя жена, матушка Мария. Я просил благословения вашего настоятеля совершить панихиду по ней здесь сегодня после этого богослужения. И также присоединить к молитве мать моей приемной дочери, которую вместе с дочерью и с сотнями других людей немцы везли на принудительные работы из Украины по Дунаю. Корабль проходил мимо нас. Недалеко от Дуная находился тогдашний мой приход. Он прошел на север и уже в Венгрии налетел на мины. Все погибли, включая и мать ее, Анны. Ее называли на Украине Ганна и Галя иногда. Но ее имя было Анна. Это особая история. Не буду сейчас входить в подробности,
Скажу только, что мы также будем сегодня молиться о упокоении ее матери, которая, уступив свое место дочери, погибла вместе со всеми остальными. А Божьим промыслом дочь вынесла на берег. Вот помолимся сейчас о Матушке Марии и о убиенной Раби Божией Натальи. Yeah.
Господь пришел сюда не только пострадать и своим страданием искупить всех нас и весь мир, всю Вселенную, но Он также пришел сюда для того, чтобы взять в свои руки нашу жизнь, как Царь Небесный. Ибо Дух Святый с Ним вместе, к которому мы обращаемся с молитвой Царю Небесному, Утешителю, и так далее. Во Христе Спасителе осуществляет в человеческой природе Христа, как Иисуса, Сына Человеческого, как Он сам себя называл, царственное, царское достояние и достоинство. Это очевидно из самого рассказа из сегодняшнего Евангелия. Вход Господень в Иерусалим означал именно это. И так это и поняли люди вокруг. И потому так торжественно воспевали ему «Осанна», которая вообще в те времена особенно относилась только к Богу. Это было признание его Сыном Божьим в полном смысле этого слова. Но и в то же самое время все те, которые ожидали Мессию, а слово «Мессия» по-еврейски «Машиах» означает «помазанник», «помазанник Духом Святым» и «Святым миром». Так и у нас еще до сих пор последний царь Николай II тоже был помазан на царство миром. Так что до наших, можно сказать, дней, ну, во всяком случае моего поколения, до наших дней дошло это, и мы помним и знаем, как это Господь установил царство особое совершенно на этой земле. Но Христос Спаситель во всем этом выше, чем кто бы то ни было. И когда люди вокруг говорили, что кто же он, спор шел между разными людьми, одни признавали его, другие не признавали, но он определенно, прямо и ясно говорил о том, что он пришел по воле Отца Небесного совершить то, что нужно совершить, в том числе и Царство Небесное на земле. Когда он начинал свое служение, он сказал: «Покайтесь, потому что приблизилось Царство Небесное». Где? Тут, на земле. На каждой божественной литургии это Царство Божие на земле осуществляется. Когда во время главной молитвы, которая читается достойно и праведно, говорится о том, что Ты, Господи, сотворил нас, и когда мы отпали, мы все, то Ты нас возвратил на небо назад, и царство Твое даровал будущее. Обратите внимание, что здесь три грамматических времени в одной фразе, потому что здесь стрела времени прекращает свое действие. Мы выходим из нашего греховного мира и его времени и оказываемся вне этого времени, потому что мы уже у преддверии, как сказано, Царство Божие на небе. Духовно мы с вами на небе. И не только. Потому что чин нашего богослужения сегодняшнего, вчера вечером и сегодня, очень ясно говорит, что сейчас, здесь, сегодня, и праздник, и этот праздник не просто воспоминание, а самый факт. Самый факт входа Господня в Иерусалим. То есть, другими словами, мы с вами и с точки зрения времени, и с точки зрения пространства сейчас в Иерусалиме, вот тогда, когда был вход Господень в Иерусалим. Это внутреннее возношение нашего сердца, нашей души, нашего помысла, которое дается нам по благодати Божьей. И мы должны это воспринимать так. Это каждый праздник так у нас в православной церкви. Вот почему православное чинопоследование имеет такое специальное, особое значение. Его нельзя никак нарушать, чтобы не нарушить этого самого главного, того, что мы выходим за пределы
времени и пространства. Вот здесь, сейчас. Знаете, можно с этим сравнить и чисто физическое явление. Как-то меня как раз сюда приглашали, в Москву, и послали мне приглашение в субботу. А я его получил в пятницу вечер. По факту. Вот видите, как это иногда бывает. Потому что время здесь другое, чем в Америке. Вот он уже. И благодаря этой машине мы теперь знаем, что это так. А наши дальние предки не знали. Вот видите как. Поэтому Господь нам открывает постепенно даже вот такие тайны, которые становятся для нас очевидными. Не будем говорить сейчас здесь в храме о дальнейших научных изысканиях, вы можете это в книгах прочитать, но эти изыскания именно о времени и о его значении в нашей Вселенной и в ней ее, а что в ней ее неизвестно им, ученым, но они тем не менее говорят об этом, что именно и как должно быть это вне нашего мира. Все это нам подтверждает, что действительно все то, что мы читаем в Евангелии, так и есть. И мы с вами сейчас празднуем ныне, как это поется или говорится, ныне от Господень Иерусалим. Вот почувствуем это и пойдем с Ним вместе. Но не так, как шли те, которые шли за Ним. Потому что весь народ пошел, согласно Евангелию. Но они уже имели совсем другое чувство, другие мысли. Они не почувствовали воцарение Христа Спасителя в этом мире. Более того, они уже сговаривались о том, чтобы его захватить и убить. И даже говорили, как мы слышали сегодня в Евангелии, согласились убить и Лазаря. Как свидетеля, так сказать, самого изумительного чуда Христова. Вот до какой степени. И, конечно, тогда получилось разделение между добром и злом. Нам не надо далеко ходить. Нам достаточно взглянуть, как я и вчера сказал, что творится сейчас в Югославии. Добро и зло ярко, крепко различены. И много-много есть тех, кто виновен в этом зле, и много-много есть тех, которые идут как мученики и восходят в Царство Небесное, сегодня торжествующее во Христе Спасителе, сегодняшний праздник. Сегодня у западных христиан Пасха. Мы соболезнуем им сегодня, в частности в Югославии, что американский президент не согласился на просьбу главы католической церкви в день Пасхи не бомбить Югославию. Они ее бомбят, несмотря на то, что это воскресение Христово в Западной Церкви. И то же самое святейший патриарх наш, русский Алексей II, и святейший патриарх сербский Павел тоже просили о том же, чтобы на наш праздник Пасхи через неделю не было, и это было отказано. Тут уже совершенно явное разграничение, разделение между добром Пасхи и злом убийствами. Но не будем этим смущаться, потому что это взял на себя сам Христос Спаситель, чтобы избавить нас от всякого зла. И будем прославлять Пасху так же, как мы сегодня прославляем его вход в Иерусалим. И таким образом мы с вами победим всякую нечисть и всякое зло. И в себе самих, потому что и в наших сердцах иногда бывает то, что не должно быть. И в нашем обществе, и в наших различных странах. В нашей здесь, в России, и Сербии, и в Черногории, и в других странах там, и в стране, откуда я приехал, в Америке тоже, потому что далеко не все согласны с тем, что сейчас творится. Пусть наша молитва
особенно вознесется сейчас к Царю нашему небесному, но и земному в сегодняшний день, чтобы Он нас всех, всех, кто здесь сейчас в храме находится, сохранил от какого бы то ни было зла в наших сердцах или в сердцах других людей. Аминь. Благословение Господне на вас, Его благодати человеколюбием всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Заметили, что эта служба была совершенно особая, потому что сочетаются в этой службе и в сегодняшнем дне, во-первых, Страстная неделя, во-вторых, Великая среда, день предательства Иуды, и также Великопостный день в подготовке к Пасхе Христовой. И все это заключено в четырех поразительных словах, четырех словах сегодняшнего Благовещенского тропаря. Днесь с
спасение нашего главизма. Четыре удивительных слова. Что такое главизна? Мы никогда не слыхали это слово, кроме как в этом тропаре. Что это значит? Вы знаете, это буквальный перевод, причем создано специальное церковно-славянское слово только для этого греческого термина. Основа его – кефали, голова, или глава. Например, глава в книге, или начало, или охват всего, если можно так назвать, оглавление. И если мы переводим это на наш современный русский язык, то это лучше всего сказать так, что это оглавление истории нашего спасения. Вот какой смысл заключен в эти слова. Днесь спасения нашего главизна. В каком-то смысле это уже история, ибо история вот и сейчас продолжается над всеми нами, над каждым из нас, от рождения до смерти каждого. Это история нашего спасения. Иногда она удается, иногда не удается. Зависит в основном от нас и от промысла Божия. Промысел Божий надо узнать, надо почувствовать его, надо прислушиваться духовным слухом к самой сути того, куда и как ведет нас Господь. Тогда мы можем понять, что иные трудные события совершаются не просто так, а с особым замыслом Божьим, который, вы помните, мы уже говорили, имеет в себе волю свою божественную. Она отличается от промысла, потому что воля Божия не хочет никакого зла абсолютно, не принимает его. Но промысел учитывает факт того, что мир во зле лежит. И, учитывая это, ведет нас ко спасению. И вот сегодня начало этого нашего спасения – Благовещение Пресвятой Богородицы. Я помню, когда Бог дал мне посетить Святую Землю и быть как раз на Благовещении в пути. Мы остановились в Дамаске, и там, в соборе Антиохийского Патриарха, нам было разрешено по старому календарю, потому что сама патриархия уже на новом календаре, совершить ночью литургию по случаю Благовещения, вот так, как сегодня здесь. И вот я помню, как это было замечательно во время паломничества оказаться вот там, в тех краях, и потом прийти уже в Святую Землю и в Иерусалим. И там мы посетили арабский православный храм в Назарете. И там я услышал интересное объяснение, которое как предание было в этом храме. А именно, что ангел подошел к Марии около колодца. Вот этот колодец сейчас весь застроен, потому что он находится в этом храме, в притворе. Но это древний колодец, который существовал еще тогда, 2000 лет тому назад. И сейчас этот колодец является источником воды, теперь уже водопроводной, для всего города Назарета. И вот там мне сказали, что почему Пресвятая Богородица ответила: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», а потому что ангел ей все сказал. И это предание существует, и говорится, что они пошли. Она понесла воду, как обычно, для своего хозяйства. Два ведра больших, тяжелых, на плечах несла, на коромысле. А ангел ей говорил: «Все, что будет, все, вплоть до
распятие, Голгофы, воскресение, все. Тогда нам становится совершенно ясным, почему же она сразу так ответила: «Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему, что бы ни было», включая страшное страдание, о котором уже она слышала и знала, что такое вот, что может мать переживать и почувствовать. Вернулся я из Святой Земли к себе и нашел случайно книгу «Паломничество Даниила» 12 века, нашего русского святого, первого паломника, который посетил после крещения Руси Иерусалим и Святую Землю. И там я увидел это предание, описанное много веков тому назад. Буквально то, что я слышал там, как устное предание в Палестине. И тогда действительно перед нами открываются глаза, и мы понимаем всю суть и весь смысл Благовещения. Это Благовещение действительно главизна, действительно глава, начало нашего спасения, всей его истории. От начала тогда, там, и до конца, когда Христос придет в своем втором пришествии. Аминь. Есть спасение нашего главизна, и еже от века таинство явление. Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Тем же мы с ним Богородице возопим, радуйся благодатная. Господь с тобою. Мы с вами уже сегодня вошли в страдания Господне. Мы с вами слышали в Евангелии уже все, что произошло в сегодняшний день. И так же, как вчера, когда мы вспоминали Благовещение и праздновали Благовещение, и тогда мы также пели и читали, начиная тропать Благовещение, донесь спасение нашего Благовестия, так и сегодня опять, донесь сегодня, сейчас, здесь с нами Христос Спаситель.
был предан своим учеником, как поцеловал его и сказал врагам Христов: тот, которого я поцелую, вот он и есть, берите его, потому что они не знают войны. Вот это предательство, этот ужас, все взял Господь на себя. И грехи всех нас, здесь присутствующих и не присутствующих, грехи всего мира. Тогда во время моления о чаше, когда он говорил, обращаясь к Отцу Небесному: если возможно, да, не моите чаши сия меня, но не так, как я хочу, но как ты хочешь. Одновременно в нем здесь сказалась чисто человеческая тягость, тягость того, что его ожидал. И это свидетельствует, что не правы те, кто думали в свое время, что Спаситель, именно потому, что Он Сын Божий, для Него это страдание, и это будет как бы ничего, как бы внешнее только. Нет, и стал человеком, как мы с вами, совершенно так же. И страдание Его тоже такое, как каждого из нас, зависит, конечно, в какой мере. Но Он взял полную меру, потому что взял это на себя весь род человеческий, всю Вселенную, весь мир. Все наше творение, окружающее нас, которое по изумительным прозрениям известного нашего русского писателя Достоевского взяло на себя это наше тварь. Наши, особенно те, которые с нами живут, домашние животные, взяли на себя, не зная того, просто вот несут тот же самый крест, потому что они не виноваты в том, что они из-за нас унаследовали. Это действительно есть учение Церкви. И Достоевский это очень красиво изложил, говоря о брате старца Зосимы. И старец Зосима описывал этого своего молодого брата, который умирал. И вот перед смертью просил прощения у птичек через окно, которые он видел там: простите меня, за мои грехи вы страдаете. Вот это общее ощущение, что мы страдаем друг за друга во Христе Иисусе, и что Христос берет на себя абсолютно все, это и есть то, к чему зовет нас сегодня Святая Церковь, чтобы мы пережили это не как какое-то далекое историческое прошедшее событие, а как факт жизни для нас с вами сегодня, сейчас. И на этой литургии, которую мы закончили, и во время чтения 12 Евангелия, которое будем читать вечером. Это действительно днесь, это сегодня, ныне. Каждый праздник у нас так, как у православных. И поэтому переживем это тоже, так, чтобы действительно быть со Христом в Его страшном учении за нас, каждого из нас. Ибо Христос Спаситель во время Своего моления в Гефсиманском саду, Он молился о каждом из нас, не только о миновании чаши, но и о тех, кто тоже пьет эту чашу, то есть всех, без исключения. Господь да поможет всем нам перенести и этот день, и завтрашний день Великой Пятницы, страшное распятие, и Великую Субботу, сошествие Христа Спасителя в ад. И там увидеть все, как человек, как Сын Человеческий, но не оказаться
под ярмом этого. Вот в чем великая сила его и победа. И когда он вывел, вы знаете, есть у нас иконы, которые изображают Христа воскресшего, исходящего в ад и выводящего оттуда всех, кто там был заключен. И вот это пусть будет для нас путеводной звездой в нашей собственной жизни. Что бы ни случилось, как бы ни было, но всегда есть эта наша христианская надежда, что Христос выведет меня даже из ада. Аще любите мя заповеди моя соблюдите, я умолю Отца и иного утешителя даст вам, да будет с вами вовек. Дух истины Его же мир не может прияти, яко не видит Его, не же знает Его. Вы же знаете Его, яко в вас пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиры, прийду к вам. Еще мало, и мир к тому не видит меня. Вы же видите мя, яко аз живу, и вы живи будете. В той день разумеете вы, яко аз во Отце моем, и вы во мне, и аз в вас, имей заповеди моя. И соблюдай их, то и есть любя имя, и любя имя возлюблен будет Отцем им, и аз возлюблю его, явлюсь ему сам. Слово я же глагола к вам, нас избрав вы от мира. Сего ради ненавидит вас мир, поминайте слово я же озрех вам, не есть раб более Господа своего, аще мене изгнаша и вас изженут, аще слово мое соблюдоша и ваше соблюдут. Но сия вся творят вам за имя мое, яко не ведет пославшего мя, аще не бых пришел и глаголол им, греха не быше имели, ныне же вины не имут о гресе своем. Ненавиди меня, и отца моего ненавидит, аще дел не бых сотворил в них, и же ин никто же сотвори, греха не быше имели, ныне же и видишь, и возненавидишь меня, и отца моего, но да сбудется слово, писанное в законе их, яко возненавидишь мятуне. Егда же приедет утешитель, Его же аз пошлю вам от Отца, Дух истины, и же от Отца исходит, то и свидетельствует о мне, и вы же свидетельствуете, яко исходи со мной вести. Уни есть вам, да аз иду, аще бы не что сие есть, еже глаголит в мале, не вемы, что глаголит, разуме же Иисус, яко хотяху Его вопрошать и рече им, о сем ли стязаетеся между собою, яко рех в мале, и не видите меня, и паки в мале, и узрите мя. Аминь, аминь, глаголю вам, яко восплачетесь и возрыдаете вы, а мир возрадуется, вы же печаль не будете, но печаль ваша в радость будет. Во имя мое спросите, и не глаголю вам, яко азу молю Отца моего о вас. Сам же Отец любит вы, яко вы меня возлюбисте, и веровасте, яко же аз от Бога изыдох, изыдох от Отца и приидох в мир, и паки оставляю мир и иду к Отцу. Глаголоши мученицы Его, се ныне не обинуйся глаголиши, а притченику я же не глаголиши, ныне вемы, яко весь и вся, и не требуешь, да кто тебя вопрошает, о всем веруем, яко ты от Бога и шел еси. Во время оно, видев Иуда, предавай Иисуса, яко осудиши его,
раскаявся, возврати 30 сребреники архиереями старцам глаголя, согреших, предав кровь неповинную, они же решат, что есть нам, ты узреши, и поверг сребреники в церкви, отыде и шед, удавися. Архиерей же, приемши сребреники реша, отвещавши все люди реша, кровь его на нас и на чадих наших, тогда отпусти им Вараву, Иисуса же бив, предаде им, да его пропнут. Тогда войны и гемоновы, приемши Иисуса на судище, собраши нань все множество воин, и совлекши его, одеяши его хламидую червленую, и сплетши венец от терния, возложиши на главу его, и трость в десницу его, и поклонжися. Как остерпит спаси пришествие Твое, а не паче болезнь Твою томрачаем, блистание света Твоего зарею ослеплен. Сердце молитвы славится Твоя, ягода не согрешу Тебе. Иисусе, сладкий мой, спасительный свете, во гробе, как у темном, скрылся Иси, от несказанного и неизреченного терпения. Благословенный Господи, научи меня оправдание Твоим. Не удомевает и естество умное, и множество бесплотное, Христе, таинство несказанного и неизреченного Твоего погребения. Слава Твоего, возвести все судьбы Господи. О чудес странных, о вещей новых, дыхание моего податель бездыханен, носится, погребаем рукам Иосифовым. Да, будь из видений Твоих, насладись, яко всяко богатстве. И во гроб зашел еси, и недр Христе отеческих никак уже отлучился еси, сие странное и преславное купно. Слава иди Твоих, углублю все разумею. Живота камень во чреве прием, ад сиядет изблева, от века я же поглоти мертвые. И воспитание Твое поучение, мое естество завите мое оправдание Твое. Во гробе нове положился Иси Христе, и естество человеческое обновил Иси, воскрес благолепно из мертвых. И если душа моя живи меня по славести Твоему. На землю сшел Иси, да спасеши Адама, и на земли не обретен сего, Владыко, даже до ада снесшел еси, ищай. Пути моя возвести, ты услышал меня, еси, научи меня оправдание Твоим. Сотрясися страхом в слове вся земля, со смертью плотски. Будь заповеди Твои, ты коплик, да расширились из сердца мое. В животе смерти вкусивый Христос, от смерти смертной освободи, и всем ныне дарует жизнь. Закона положи мне, Господи, в путь оправданий Твоих, и защо и выну. Умерщвлено древле Адама зависно, возводишь их к животу умерщвлением Твоим, новый спася во плоти, явлейся, Адам. Разуми меня, испытая закон Твой, сохрани всем сердцем моим. Помним, умни и тячи, не простерто мертво зрящи на страдаша,
ради ужасах уже покрываем и крилы спасе. С немтя слове от древа мертвого гробе Иосиф ныне положи, но восстави, спасая и вся яко Бог. Thank you.
всяка плоть человеча, и достоит со страхом и трепетом, и ничто же земное в себе допущает. Царь во царствующий, Господь господствующий, приходит закладися и датися с нетверным, предходят же всему лисы ангельские со всяким началом и властью, многоочистие херувимие, что сокрывать и серафимы, лица закрывающие вопиющие, письма. Аллилуйя, аллилуйя. Святейшего Патриарха Московского и Сергии, и Святотроицкие Сергиевы Лавры Священно-Архимандрита, и всякое епископство православных, запоминет Господь Бог во Царстве и навсегда, ныне и присно, и во веки. Мы уже предчувствуем воскресение Господне вот этой ночи. Для нас с вами здесь сейчас происходит то, что проходило почти 2000 лет тому назад в Иерусалиме, и то, что не подчинено времени никакому нигде и никогда. Ибо воскресение есть не что иное, как разрушение всего грешного, в том числе и всего греховного нашего мира, с его и временем, и пространством, и со всем злом, которое существует в этом мире. Мы можем, если хотим, прикоснуться этому иному миру, миру воскресения Христова, миру, который сейчас перед нами лежит вместе с плащаницей Господней на смертном одре. Ибо рано или поздно, но этот мир должен умереть. И об этом говорит не только Откровение Божие, ясно и определенно. Но и современная наука нам говорит, еще совсем недавно, в этом году, в прошлом, ученые открыли, что в нашей галактике, в Млечном Пути, уже существует черная дыра, в которую вовлекаются какой-то страшной силой все близлежащие миры. И там, в этой черной дыре, нет ни жизни, ни света. Даже свет поглощается силой притяжения этой черной дыры. Это черная дыра, о которой ученые сейчас говорят просто как о феномене, который они не могут объяснить, нам хорошо известно. Потому что это есть как раз то, о чем сказано самим Христом Спасителем. Это то, где нет ни света, ни жизни, уже ничего,
это то, та смерть вторая, как это сказано в Откровении святого Иоанна Богослова в Апокалипсисе, которая символически изображается как озеро серное, исполненное огня. Не будем сейчас говорить об этом, ибо момент сейчас для нас здесь совсем иной. Христос сегодня сходит, естественно, воскресший уже, но сходит куда? Как раз в это черное. Как раз в это пекло. Как раз в ад. Сегодня, Великую Субботу, Христос Спаситель в аде уже. И Он туда пришел для того, чтобы исполнить то, что сказано в Священном Писании, чтобы все те, которые умерли и умирали, и умирают все еще в Адаме согрешившем, чтобы они воскресли и ожили во Христе, в новом Адаме. Христос сходит вниз, в эту пропасть земную и космическую, для того, чтобы вывести оттуда вместе с Адамом, теперь уже прощенным, и с праматерью нашей Евой, и со всеми людьми, которые там оказались и оказываются, чтобы сила Христова, свет Его, который воссиял из гроба, извлек всех их в жизнь вечную, светлую, радостную жизнь воскресения. Такова наша вера, таково наше упование, такова наша надежда. Если бы это не было, то горе было бы нам, но слава Богу, это и есть путь всего мира, это и есть жизнь вечная, это и есть воскресение вовеки, ибо оно никогда не померкнет. И этой ночью мы с вами услышим весть о воскресении Христовом, которая охватывает уже нас с этой ночью. И мы с вами возликуем тогда о победе, победившей мир, вере нашей во Христа воскресшего. Аминь.